нашем зале, импровизированном зале зрительном. У нас сегодня премьера, мы вам покажем. Фарс. Шутка такая, легкая. Называется «Тонька Грязной» по Борису Шаргину. Мы впервые выступаем, мы только собрались в сентябре. И вот за 3 месяца сделали сказку. Приятного вам вечера! Жили были в одном темном лесу.
Летучий корабль. Ага, называется «Дилижанс». О, из Америки товар привез, выгружает целый босс. Целый босс? А ну, до свидания, общи. Будьте здоровы и вам не хворать. Целуем всех. Мам, мам, мам. Спасибо.
как выступили. Карпи! Наш любимый.
Ой, что было, что было! Грузовик подали! Бип-бип! Девок царских туда погнали! Дай быть таковым! Прынк! В Париже на Нотр-Даме обвенчались и в Америку мчались. Американцы рады, что втроем сродились. А эти, ну как это эти, ну? Девки? Да, девки там в Америку мчались и рады. Эх, не хватило нам этого, ну как его, этого.
поразили. Очень-очень нам понравилось. Я в восторге, даже не ожидала, что будет настолько, как в театре. Мы готовили разницу. Спасибо большое. Я вообще поражена. Это очень сложно было, мне кажется, для детей, но они справились. Я очень... Даже неожиданно. Неожиданно здорово. Очень понравилось. Я даже не ожидала, что дети такие талантливые у нас. Да, даже от собственного сына не ожидала. Оказывается, таланты есть. И самый важный талант у нас в Кузе. Классно, смешно. У меня здесь сын играл с нашего тайканца. Я довольна. Светлана Ревовна молодец, подготовила, помогла в короткое время. Как вы довольны выступлением подопечных? Я, к сожалению, за кулисами была, не видела всего, но я очень переживала, до сих пор еще потряхивает. Ну, вот вы снимали, на видео посмотрю, потом я уже все скажу, хорошо или нехорошо. Но дети старались, это было видно. Светлана Ревна, спасибо. Да, сейчас мы снимем.